Перед военнослужащими 111-й гвардейской артиллерийской бригады в этот весенний день стоял большой фронт работ. Они занимались благоустройством памятных мест областного центра. Очищая после зимы территории неподалеку от памятной таблички комиссара Ефима Моисеевича Фомина в Брестской крепости, приводя уборку на гарнизонном кладбище, военнослужащие отмечали, почему важно благоустраивать эти места. Мы начинаем вспоминать о Дне Победы только в канун праздника, но это не совсем так. Например, наши военнослужащие 111-й гвардейской артиллерийской бригады постоянно трудятся на памятниках, на мемориальных досках, захоронениях, закрепленных за нашей бригадой, дабы память о подвигах нашего белорусского народа можно было не только лицезреть, но и чтобы она сохраняла в наших сердцах. Именно поэтому особое внимание наведению порядка в этих местах отводят военнослужащие. Конечно, уборки здесь и так проходят регулярно, но территории большие, а значит, возможность приобщиться к благородному делу есть у каждого. За нас воевали, чтобы такие, как мы, ходили по этой земле. Не по земле немецко-фашистских захватчиков, а по свободной земле. И мы должны поддерживать их память. Мы приходим, наша бригада приезжает вот на такие вот мероприятия. И мы часто приезжаем, мы часто выезжаем и всегда готовы поддержать как-то. Хоть как-то показать нашу благодарность за то, что за нас. Качественному выполнению работы способствовало и понимание простой истины. То, что они делают, их прямая обязанность как наследников Великой Победы. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.